Давайте перейдем теперь к следующему разделу и поговорим с вами о природе греха и природе искушения. И начать хотелось бы с разговора об унаследованном грехе. И хотя я знаю, что этот вопрос в ваших конспектах описан достаточно подробно, тем не менее я хотел бы остановиться на этом моменте и обсудить его с вами, потому что, как мне представляется, есть много непонимания по поводу первородного греха и унаследованного греха. И я надеюсь, что мы сможем это прояснить. Итак, давайте рассмотрим. Унаследованный грех появился в результате греха Адама и Евы, так как все люди произошли от них. И если следовать тому, чему учит Писание, то грех Адама вменен всему человечеству. Вменять что-то означает делать человека ответственным за что-то. В какой-то степени это юридический термин. И вот именно поэтому добавляется, что унаследованный грех появился в результате греха Адама и нашей связи с ним. Грех Адама вменяется нам. Но нам с вами необходимо быть немного более конкретными по поводу того, что же мы имеем в виду, когда говорим, что грех Адама вменяется нам. Под вменением греха мы понимаем передачу нам греховной природы или первородного греха. Но, тем не менее, не надо думать, что греховная природа, переданный грех и первородный грех — это три синонима. На самом деле, это три разных понятия, и мы с вами увидим разницу, когда будем обсуждать далее. Но сейчас нам необходимо понять, что речь идет о греховном состоянии, в котором люди рождаются после Адама. И это называется первородным грехом. Пожалуйста, поймите меня правильно. Речь не идет о том, каким образом вы родились. Другими словами, речь не идет о биологическом размножении, о том, как это происходит, или о чем-то подобном. И мы к этому вскоре вернемся, потому что, как мне представляется, на протяжении всей истории Церкви были определенные группы верующих, которые не понимали библейские тексты, которые говорят нам о том, что люди рождаются во грехе. Скажем, текст «Во грехе родила меня мать моя». И вот на основании этого текста в Псалме некоторые утверждают, что сами сексуальные взаимоотношения между мужчиной и женщиной, мужем и женой, греховны. На самом деле, не об этом идет речь в этом стихе Библии. Не об этом мы с вами говорим. Не об этом говорят богословы, когда говорят о первородном грехе. Когда мы говорим о первородном грехе, то мы не говорим о поступке Адама, о грехе Адама, о том, что он вкусил от запретного плода. Вместо этого мы говорим о том, что наиболее часто богословы понимают под первородным грехом состояние каждого человека при рождении, или, если хотите, во время зачатия, потому что таково было состояние каждого из нас. Это то состояние, в котором мы оказываемся из-за того, что совершил Адам, из-за его греха, и так как мы все произошли от Адама. Что ж, хорошо, какое же определение мы можем дать первородному греху? И первородный грех — это состояние, в котором рождаются люди. И этим состоянием люди обязаны прародителю Адаму. И здесь мы с вами следуем учению Священного Писания. Мы знаем, что Ева ослушалась до Адама, но, как мы с вами показали, Писание
возлагает ответственность на Адама, как на главу семьи. Итак, этим состоянием человек обязан прародителю Адаму, и это состояние характеризует каждого человека при рождении, и оно обуславливает все греховные поступки, которые совершают люди. И нам следует понимать, что да, первородный грех обусловлен поступком Адама. И сам по себе первородный грех — это не какой-то поступок, это состояние, в котором мы находимся. И вы можете спросить, но как же описать это состояние, в котором мы находимся? И вскоре мы с вами это обсудим, когда будем говорить с вами о составных частях первородного греха. Но прежде я хотел бы обратить ваше внимание на некоторые тексты Священного Писания, которые указывают, что первородный грех характеризует каждого человека, который когда-либо жил и который когда-либо будет жить. Все люди грешны, и в своих конспектах вы можете найти ссылки на тексты Священного Писания. Вам нет необходимости их записывать. И, во-вторых, также есть такое понятие, как унаследованный грех. И, в частности, об этом говорит текст Ветхого Завета: «Беззаконие я был зачат, и во грехе родила меня мать моя». И в результате всего этого появилась смерть. И каждый человек в итоге умирает в результате греха Адама. И так как каждый человек унаследовал наказание за грех Адама, мы также унаследовали его вину. Почему, спросите вы? Да потому что это несправедливо было бы наказывать нас за то, что мы не сделали. И Писание учит, в частности, 5 глава послания к Римлянам, что каким-то образом мы присутствовали там, в Адаме, когда Адам совершал этот грех, или, во всяком случае, наша связь с ним такова, что нам вменяется грех, как если бы мы его совершили, и в результате мы виновны так же, как и Адам виновен, и вина за совершенный Адамом поступок возлагается и на нас. Хорошо, давайте теперь рассмотрим составляющие части первородного греха. Мы с вами уже сказали о том, что первородный грех — это состояние, греховное состояние, в котором люди рождаются. Но что же оно включает в себя? Есть две составляющих первородного греха. И когда мы их рассмотрим, мы лучше поймем, какое место в этой концепции занимает греховная природа. И мы также с вами поймем, что же мы имеем в виду, когда говорим о полной испорченности с одной стороны и полной неспособности с другой. Итак, каковы же составляющие первородного греха? Во-первых, это первородная вина. И чтобы мы сразу представляли всю концепцию целиком, вторая составляющая — это прирожденная порча и растление. Но вначале давайте поговорим с вами о врожденной вине. Согласно учению Священного Писания, а также если следовать тому, чему учат богословы, когда говорят о первородной вине, основное внимание уделяется состоянию человека, в котором он рожден, в отношении Божьей справедливости. Первородная вина подразумевает наше юридическое положение перед Богом с момента нашего зачатия. И что же это за положение? Так как мы являемся участниками греха Адама, мы виновны за нарушение Божьего закона, и поэтому мы должны быть наказаны, потому что мы виновны. Итак, потому что мы с вами виновны, мы должны заплатить
понести наказание за грех. Я думаю, чтобы лучше понять, о чем идет речь, было бы неплохо обратиться к юридической системе нашей страны, да и любой страны. Когда вы совершаете поступок, который запрещен, и затем предстаете перед судом, или даже не перед судом, но как бы там ни было, вы судимы за свой поступок, и вы подвергаетесь некому наказанию за тот поступок, который вы совершили. И так как вы виновны, вы должны понести наказание. Будь то денежный штраф или тюремное заключение, какое бы то ни было наказание, но вы должны его понести. И так как этот поступок является поступком, за который необходимо заплатить, то если наказание оплачено, то вина снимается. Но это, к примеру, не означает, что если вы получаете штраф за то, что, скажем, проехали на красный свет светофора, то вы должны предстать перед судом, и если вы решите не являться на суд, то вы тем самым подтверждаете, что совершили противоправное действие и подлежите наказанию, и вы должны заплатить штраф. И как только вы заплатите штраф, то вы становитесь свободны от какого-либо наказания. Но все еще вы виновны в том, что проехали на красный свет. Просто вас уже больше не будут за это наказывать. Вы уже заплатили штраф, и больше платить вам ничего не нужно. И так как наказание, которое положено в этом случае, заплачено, то в глазах закона вы уже больше не считаетесь виновным. И вот это то, что касается нашей юридической системы. И точно такая же идея заложена в понятие нашей первородной вины, юридически говоря, перед Богом. И дело не в том, что мы не грешники, что мы невиновны, дело в том, что мы прощены. В результате того, что наказание было понесено, и возможно, и подобные прецеденты могут быть и в нашей судебной системе. И, несомненно, это может быть в наших отношениях с Богом. Возможно, чтобы кто-то понес это наказание за нас. Вот, скажем, вам нужно заплатить штраф за нарушение правил дорожного движения. И, скажем, кто-то скажет, кто, скажем, человек добрый, и вот он решил, что у вас недостаточно средств для того, чтобы заплатить этот штраф, и он оплачивает этот штраф за вас. Точно так же, вина и наказание за нарушение Божьего закона может быть понесена нами, либо она может быть понесена кем-то другим, и мы знаем, что это сделал Христос. Что ж, и как только наказание понесено, штраф оплачен за грех, это не означает, что мы не грешили. Мы согрешили. Это не означает, что мы уже не грешники. Мы грешники. Это означает только лишь то, что мы прощены. Мы уже не должны нести наказание за совершенный нами грех, потому что некто другой оплатил наш долг, который возник из-за греха. Что ж, тот факт, что все люди рождаются виновными в этом значении, что мы все должны заплатить наказание за нарушение Божьего закона, обо всем этом говорят следующие стихи. Послание к Римлянам, 5 глава, стихи с 12 по 19. Послание к Ефесянам, 2 глава, стих 3. И затем первое послание к Коринфянам, 15 глава, стих 22. И я повторю, Римлянам 5, 12, 19,
Ефесянам 2:3 и 1 Коринфянам 15:22. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. И прежде чем мы пойдем дальше разбирать тему первородного греха, пожалуйста, вопрос. В Библии мы читаем о том, что все согрешили и лишены славы Божией. Но почему же тогда Мария является исключением? Как быть с ее непорочным зачатием? Здесь необходимо прояснить, в чем заключается вопрос. Вопрос связан с непорочным зачатием самой Марии или зачатием Иисуса? Потому что, согласно учению Римской католической церкви, и зачатие Марии является непорочным. Но чаще подобное высказывание относится к непорочному зачатию Иисуса Марии. Что касается зачатия Марии Иисуса, то да, в Иисусе не было греха. Что касается зачатия самой Марии, была ли она безгрешной? Нет. В Писании мы не находим ничего, чтобы говорило о том, что сама Мария была зачата без греха, что она не унаследовала первородного греха, о котором мы с вами говорим. И представьте, если бы она родилась без первородного греха или какого-либо греха, то тогда не нужно было и задавать вопрос, как Иисус мог родиться без какого-либо греха. И мы знаем о том, что Дух Святой, который нашел на Марию, он безгрешен. И если сама Мария была бы безгрешной, то тогда никакой проблемы перед богословами нет. В вопросе о том, как Иисус, будучи стопроцентным человеком, может быть безгрешным. И евангельские богословы утверждают, что в случае с Иисусом Христом, несмотря на то, что его мать была грешницей, тем не менее Бог вмешался чудесным образом и сохранил Иисуса Христа от греха. Иисус не был рожден с первородным грехом. Но Римско-католическая церковь, чтобы подстраховаться, пошла еще дальше. Она стала утверждать о безгрешности самой Марии, что сама Мария была зачата непорочно, и таким образом она объясняет, почему Иисус был рожден без греха. Но об этом не только ничего не говорится в Писании, но также это учение предполагает о том, что с момента зачатия Марии до того момента, как она родила Иисуса Христа, она сама не совершила ни одного греха, ни одного греховного поступка. И вот в это очень трудно поверить. Чтобы в это поверить, надо, чтобы Мария была не просто человеком, а более чем человеком. Но в Писании мы не находим ничего, что позволило бы нам предположить, что Мария более чем человек. Я не хочу сказать о ней ничего плохого, но тем не менее я не хочу утверждать, что она Бога-человек. Она просто человек. Она простая женщина. А если так, то даже если вы утверждаете, что она была рождена без первородного греха, то все равно трудно поверить и доказать, что с момента своего рождения до рождения Иисуса Христа ею она не совершила ни одного греха. Вот это доказать невозможно. Что ж, Питер, и затем еще один вопрос. Задавая свой вопрос, я хотел бы избежать вопроса о том, умер ли Христос только за избранных, или Он умер за всех людей, живущих в этом мире.
Мой вопрос немного иного характера. Он касается того, что вы сказали. Грех уже не вменяется нам, так как некто другой заплатил за него. Распространяется ли это за неверующих, которые лично не уверовали в Бога? То есть невменение греха основано на принятии Христа верой? Или грех не вменяется всем людям? Очень хороший вопрос. И если Бог позволит, мы обязательно коснемся этого вопроса, когда будем разбирать с вами сотериологию учения о спасении. Но все-таки я сейчас хотел бы кое-что ответить. Мы не учим о том, что в тот момент, когда Христос воскрес из мертвых, все люди сразу получили прощение. Мы говорим о том, что стала возможна плата за грех, но только в том случае, если человек примет жертву Иисуса Христа за его грехи, вот только в этом случае грех не будет вменяться этому человеку. Пока он этого не сделает, он считается виновным. Можно сказать об этом несколько иначе. Для того, чтобы очистить нас от наших грехов, Богу необходимо было что-то сделать, и нам необходимо что-то сделать. Смерть, погребение и воскресение Иисуса Христа — это то, что Бог сделал. Но Бог не может сделать нашу часть. И если мы этого не делаем, а именно не принимаем жертвы Иисуса Христа за наши грехи, если мы не делаем то, что мы должны делать, то то, что Бог сделал, ничего не меняет. Мы более подробно будем говорить об этом, когда будем говорить об учении о спасении. Хорошо. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.